смішані єдиноборства нарешті завдяки кропіткій роботі спортсменів та меценатів почали набирати популярності в Україні. І найкраще, що зацікавилася цим спортом і малеча. Для того, щоб у талановитої молоді було майбутнє у цьому спорті, ліга WWFC вирішила допомогти проєктові «Безкоштовний спорт дітям». Про це представники організації і поділилися з журналістами. Существует такая практика, на самом деле, даже не практика, это тенденция, наверное, развития многих федераций. Когда ученик достигает какого-то уровня, ближе к мастеру, получается, того, кто преподает, и у него появляется, естественно, нормальное желание развивать что-то свое, то есть открывать свой клуб, тренировать детей, развивать направление в целом. И некоторые мастера, некоторые тренера немножко неправильно интерпретируют их желания. Они думают о том, что тренер таким способом, их ученик пытается что-то либо оттянуть финансы какие-то, либо оттянуть клиентов, как они выражаются. Нельзя детей, допустим, или своих учеников называть там, как они часто бывают, там, клиенты или в людях считают. Это, знаете, как, в принципе, это наши дети, это наше будущее. То есть и развивать они должны быть вместе. Тренер должен быть гордиться тем, что от него, знаете, как филиалы, получается, ну, своего рода. Вот тренер отсоединился, то его ученик дошел до какого-то уровня, да, и пошел выше, открыл свой клуб. Второй ученик свой клуб открыл. И вот в этом, полагаю, вся вот именно, наверное, гордость тренера составляет. То, что с его начала вышло вот много мастеров, которые несут спорт, здоровый образ жизни, то есть уже в массы. Появился проект, который позволяет арендовать, допустим, зал и, ну, таким, на минимальных условиях, так как это социальный проект получается, и позволяет тренерам не платить аренду. Но за счет того, что они не платят аренду, они тренируют днем детей. Понимаете, какая ситуация? Вот, вот такой вот тандем, вот такой, ну, в принципе, под, ну, и разрешает, как бы, реализовать эту идею. Но опять-таки, чтобы реализовать это, нужно что? Найти зал. Его нужно сделать ремонт, его нужно оборудовать. В данный момент сейчас у нас идет открытие первого зала в Дарницком районе. Готовимся ко второму залу в Оболоне. И сегодня были, разговаривали с головой Голосеевского района. То есть, да, он там так устно добро, на третий уже зал будет в Голосеевском. Так как мы всегда ищем, кто бы нам помог, так сказать, ну, потому что, ну, нереально самому, спонсоров нет, ну, практически никого, только так. Мы с Владимиром уже, я Владимир, у нас общий друг есть, мы уже знакомы где-то полгода. Вот не получалось встретиться, на днях мы все-таки встретились, переговорили. Владимир так же само занимается развитием спорта, и, как говорится, не на словах, а именно на деле. У нас много людей, которые заявляют, вот мы поможем, но никто не помогает, никак не помогает. С Владимиром встретились первый раз, то есть получили ощутимую поддержку, которая позволит нам все-таки к концу этого месяца, мы надеемся где-то на 1 апреля, возможно, 1-2 числа, открыть первый клуб, первый зал, первый клуб, где дети будут заниматься бесплатно. Мы сами в свое время, когда были там детьми, занимались, тренировались и тренировались в подвалах, да, то есть был подвал у нас в доме, и мы землю выносили на тачках лопатами и делали зал для того, чтобы тренироваться. Поэтому Алексей делает такое благое дело, и когда он обратился, то есть я с большим удовольствием, то есть мы приняли решение в лиге помочь детям, так как мы пришли в Украину совсем недавно, то есть и начинаем развиваться здесь. И я думаю, то есть мы будем всячески помогать Алексею со своими детьми. То есть я думаю, будут это наши общие дети. Будем продвигать во всех направлениях по спорту, возить в Европу, на чемпионаты Европы, мира. То есть как на детские, на юношеские, на взрослые мероприятия. И будем всячески помогать там. Я думаю, откроем и не один еще зал. То есть все будет хорошо у нас. Но главное желание. Главное, чтобы наши дети тренировались, они ходили там где-то, курили, выпивали, ну, что-то такого плана, потому что, как бы, сейчас и так в стране ситуация такая, ну, чуть-чуть нестабильная, вот, поэтому, а пусть дети идут лучше в зал, тренируются, я думаю, это будет принести намного больше пользы, чем где-то скитаться по всяким там закулками и всем остальным делам. 4 квитня у нас будет проходить международный турнир, да, в котором будет участвовать 13 или 15 стран, пока еще до сих пор, ну, непонятно, вот, но это будет впервые, я думаю, в Украине набор таких
скажем, мастеров своего дела, да, то есть бойцов мирового уровня, которые будут представлены в одном, как говорится, файт-карте, да, то есть в одном месте в Киеве. То есть я думаю, зрителям очень понравится, потому что, ну, как бы очень, очень сильный турнир будет, да. И у нас в предыдущем турнире был незаконченный бой, да, то есть за пояс чемпиона мира в версии до 70 килограмм между российским бойцом и французским. То есть матч не закончится по дисквалификации, и этот бой состоится 4 апреля. То есть он очень будет напряженным, да, то есть и его ждут уже многие болельщики. То есть уже не один месяц ждут этот бой, и он состоится именно 4 числа, да, в этом спорте, в дворце спорта за титул чемпиона мира, да. И мы также приглашаем Алексея с детьми. Мы выделим максимальное место, сколько нужно для детей. Мы им выделяем целый сектор. Они приходят бесплатно, все, у них, как бы, как говорится, уже зеленый свет к нам на все наши мероприятия, как и в качестве болельщиков, и в качестве спортсменов, от маленького до большого. Возьмем подростков, те, которые такие самые перспективные, бойцов именно, которые вот растут и хотят развиваться, хотят выходить на мировую арену, в европейскую арену, то есть именно в разрезе именно лиги уже в какой-то вот, мировой. Вот мы возьмем, пусть они смотрят, пусть у них загорается этот азарт, да, этот огонек, и пусть показывают результаты. Ну, я уверен, что Владимир, в любом случае мы поможем им подняться дальше. В каждом зале, помимо тренеров, будет сидеть, допустим, хостес, девочка, которая будет контактные номера, будет сайт, все будут звонить, то есть будет контактный номер, будут звонить, узнавать, в каких районах есть такие подобного рода клубы, комплектацию, допустим, групп, там с 3 до 4, с 4 до 5, то здесь будет 4, 5, 6 групп, ну, посмотрим по наполнению. Вот, и будут смотреть, подбирать себе время, приходить, записывать ребенка, приводить. Для деток через благодейный фонд мы собираемся сделать по минимальным вообще ценам, которые, в принципе, в Киеве и нет, этой всей экипировки. Будем подарки делать на дни рождения, поэтому будем помогать по максимуму. Существовала действительно проблема с выходом украинских профессиональных спортсменов на европейский, на мировой уровень, на турниры, где они могли бы полностью себя показать. К большому сожалению, очень коррумпированный рынок спорта на сегодняшний день. И одна из социальных целей лиги – это убрать полностью всю коррупцию и показать всю силу и красоту украинских спортсменов, все их умения, во всей красе, дать им возможность раскрыться не только на украинских национальных турнирах, но и на европейских, и на мировых. И каждым своим турниром лига подтверждает эту возможность. Мне хотелось бы добавить такую маленькую, не то что даже ремарочку, Алексей, о схожести наших целей, абсолютно социальных, да. Так как вы даете возможность раскрыться тем спортсменам, у которых нет средств куда-то ехать, за что-то лететь, где-то жить, то есть, ну, на таких турнирах, на мировых, то есть показать себя со всей, ну, во всей красе, так сказать, все, что он, сколько лет он выделил этим тренировкам. Также же мы пытаемся по такой же социальной ветви дать обычным детям хотя бы дорастить до этого уровня, до этих спортсменов, которых мы будем передавать в руки ответственные Владимира, Алексея, который будет дальше помогать им становиться на ноги. Після діалогу представники організації обмінялись пам'ятними дарунками та міцно потисли руки, чим закріпили довгу дружбу. Олексій Годзенко, Юлія Курця, Краса ТБ.